Снимаю видео для любителей чердаков. К сожалению, нет возможности ходить по чердачному перекрытию, потому что здесь везде лежит утеплитель, неохота его менять. Но в целом, если так в двух словах рассказать, утепление 300 мм. Вот так вот он лежит. Базальтовый утеплитель. И вот такая вот проблема, то что на утеплителе образуется большое количество влаги. Вот тут я не знаю, видно вам будет или нет, но вот прям видно, что здесь много воды. Вот на пленке видно, что вода. Да, вот видно прямо, что много воды. С чем это связано? Образуются конденсаты из-за того, что в чердаке отсутствует вентиляция. Полностью перекрыты софиты. Там вот деревом доска, которая полностью перекрывает вход воздуха в чердак. И в коньке, соответственно, тоже идет перехлёст гидроизоляционной пленки. Соответственно, циркуляции воздуха нету. Образуется конденсат. И этот конденсат ничего не сушит. Никакой сквозняк. Вот по этой причине все это дело и образуется. Для того, чтобы это исправить, в коньке нужно обязательно пленку порвать. В чердаке открыть софит, чтобы воздух заходил. И все это дело просушивать. Если не хватит разрыва пленки в коньке, то дополнительно нужно будет еще сделать, установить принудительный аэратор, потому что стропила, они очень сильно, очень мокрые. Не знаю, видно на камеру или нет, но вот в реальности они вообще все мокрые. Поэтому их срочно нужно сушить.